Вместо молодежного спортивный. Уже скоро в Губкинском появится центр единоборств «Северный характер». Его возводят в 5-м микрорайоне. По проекту трехэтажное здание общей площадью более 2500 квадратных метров сможет вместить в себя свыше 400 воспитанников. К строительству приступили несколько месяцев назад. Вы мне обещали каркас к концу декабря сделать. Поэтому я 16 декабря хочу, чтобы здесь у нас уже крановые работы по сбору каркаса. Хорошо. Еще в начале ноября у рабочих возникли небольшие трудности. Некоторое время на месте строительства не могли уложить монолитные плиты. Кругом стояла вода. Увидели проблему. Вот я думаю, что вы снимете, увидите, что тут вроде на улице минус 25, а тут вовсю стоит вода. Воду вымораживаем, делаем специальные углубления, чтобы она туда уходила. Ну, в общем, делаем все, чтобы у нас потом простер был, набрал необходимую прочность, чтобы он был стабильный, и чтобы потом на несущую конструкцию самой у нас никаких сомнений не было, что она выполнена качественно. Сегодня проблема решена, монолитные работы завершены, верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания, стоит прочно. Бригада рабочих приступила к заливке бетона. Минусовые температуры, конечно, бетон придется нам греть. После этого начнем уже сборку каркаса. Каркас здесь металлический. Каркас уже на заводе практически полностью изготовлен. Новый спортивный объект – часть окружного проекта. Центр объединит все лучшие виды единоборств – самбо, бокс и другие виды борьбы. Инициативу реализуют при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова. По его мнению, подобные центры должны появиться в каждом муниципалитете. Всего их будет 18. Строительство объектов должно завершиться до конца 2024 года. Елена Канина, Олег Короткевич, Данила Индюков. Новости Губкинского.